Здравствуйте, это программа «Сегодня вечером» на ТНТ «Онега». Меня зовут Ефим Овчинников. Сегодня в нашей импровизированной студии торгово-развлекательного комплекса «Лотос Плаза» президент мотоклуба «Ночные волки Карелия» Геннадий Мазов. Здравствуйте. Геннадий, здравствуйте. Нельзя сказать, что вы пришли к нам в студию, вы в нее въехали, можно сказать. Ну да. На вашем замечательном мотоцикле. Сразу же расскажите, пожалуйста, что это за модель, откуда она у вас и насколько это легендарный вообще мотоцикл. Ну, как видно, это мотоцикл такой для путешествий, для туризма. Называется Honda Goldwing, золотое крыло. То есть мотоцикл для каждого мотоциклиста, он осуществляет какую-то мечту. Для одних это, знаете, по лесам покататься, да, другим по городу сократить пробки. Вот для меня лично мотоцикл – это путешествовать. Люблю путешествовать. Ну, соответственно, вот данная модель мотоцикла, она предусматривает все для путешествий. Комфортная езда, удобная посадка, ну и, соответственно, привлекает взгляд. А сколько лет ему уже? Я на нем езжу второй сезон. Второй сезон. Нескромный вопрос. Дорогой? Дорогой. Очень дорогой? Ну, дороже, чем среднестатистический автомобиль. Ну, понятно. Я знаю, что вы открыли сезон, карельские байкеры открыли сезон. Расскажите, пожалуйста, как все прошло, что впереди ждет вас? Ну, само по себе открытие сезона – это больше, знаете, такая профилактическое мероприятие, направленное на безопасность движения. То есть началась погода хорошая, начали появляться мотоциклисты на дорогах. Не все водители автомобилей еще свыклись с той мыслью, что могут появиться и слева, и справа, и вот в Лотос Плазе могут появиться мотоциклисты. Вот. Поэтому чем больше информационных комментариев, поводов, в СМИ, да, тем как бы шире охват аудитории, да, и больше люди начинают понимать, что открылся сезон, начали появляться мотоциклы, надо быть внимательным, более дважды, может быть, трижды смотреть в зеркала, чтобы, не дай бог, совершить какое-то ДТП. То есть в этом году мы решили совместить открытие сезона в Петрозаводске с акцией, с этапом акции «Внимание, мотоциклист». Вот. Это акция, мы проводим ее ежегодно уже на протяжении многих-многих лет, акция всероссийская, и заключается в том, что на дорогу выходят мотоциклисты либо у торговых центров, либо на оживленных перекрестках и раздают водителям памятки, буклеты, листовки, напоминающие о том, что открылся сезон, что стали появляться двухколесные транспортные средства на дороге, ну и быть внимательным при перестроениях, при совершении различных маневров. И хотелось бы поздравить всех мотоциклистов Карелии с открытием сезона, пожелать побольше солнечных дней, поменьше ям на дорогах, поменьше поломок и, значит, побольше, так сказать, наслаждения от езды на мотоцикле. Ну, вы же акцию не зря придумали. Проблема, наверное, все-таки это стоит. Автомобиль и мотоцикл на дороге. Насколько серьезно для Карелии это, как вы считаете? Ну, каждый год у нас случаются ДТП с мотоциклистами. Если разобрать, значит, степень виновности, то где-то примерно 50 на 50. В половине случаев водители автомобилей не видят по разным причинам мотоциклистов. Но и с другой стороны, мотоциклисты не всегда ездят в определенном регламентированном скоростном режиме. Вот из этого все и происходит. Но, как правило, от того, кто виноват, либо кто прав, легче не становится пострадавшему. Ну, как с одной стороны пострадавшему, с другой стороны тому человеку, кто, ну, виновнику ДТП. Потому что любое падение с мотоцикла, любое столкновение, оно более травмоопасно, чем, допустим, столкновение автомобиля с автомобилем. Да, мотоциклист, как правило, менее защищен, несмотря на наличие экипировки определенной, все равно это динамический удар все равно присутствует, внутренние органы сотрясаются. Поэтому мы вот данной акцией, открытием сезона и данной акцией, вот мы как раз призываем всех автомобилистов быть внимательными на дорогах, ну, а мотоциклистам стараться соблюдать правила дорожного движения. Ну, мне кажется, в силу того, что у нас погода не очень теплая все время, малоснежная, то дождливая, насколько байкеру комфортно в Карелии? Я вам скажу, комфортно. Ну, вот сейчас. А что комфортно? Вот, например, в Сочи понятно, да? Там... В Сочи очень жарко. Очень жарко. В Сочи очень жарко. И ехать на мотоцикле, когда температура свыше 30 градусов, это уже не очень комфортно. От 20 до 30 градусов оптимально. Но тем более мы люди северные, нам привыкшие. Нам легче мороз переносить, чем жару. Ну, и вы сами понимаете, когда в более прохладную погоду ездить, это можно на себя что-то одеть потеплее, да, можно вообще как капуста надеться, да, хотя сейчас экипировка позволяет
маневрировать с наличием, с количеством одежды, да? Угу. А когда жарко, ведь кожу себя не снимете уже, да, жарко, но есть жарко. Поэтому я считаю, что у нас очень комфортно для мотоциклетного движения территория. Поскольку погода хорошая, но мы всегда вот боимся, а вдруг завтра испортится, да, вот, потому что такая жаркая погода, жаркий май, это, в принципе, для Карелии аномальное явление. Поэтому, успев открыть сезон, мы призываем тех, кто не открыл еще сезон, быстрее нас догонять, присоединяться, чтобы, так сказать, не испортить погоду, чтобы не испугать погоду, чтобы теплое жаркое лето не ушло. А сколько у нас байкеров вообще в Карелии? Ну, хотя бы примерно. Опять-таки, Ефим, смотря что вкладывать в это слово, да, вот мы стараемся сейчас отходить от слова байкер, да, мотоциклист. А так, если я не ошибаюсь, в Карелии зарегистрировано порядка 3000 транспортных средств категории А. Но я думаю, более, наверное, 80% это уже, так скажем, времен Советского Союза, которые еще не сняли с учета в силу различных причин. Может, уже и хозяев нет. А так, я думаю, по Петрозаводску, по моим подсчетам, порядка, наверное, таких мотоциклистов катающихся, порядка, может быть, 300. Но по Карелии тяжело сказать, в каждом регионе по-разному. Наше карельское движение байкеров, оно насколько активно? Вы наверняка с другими мотоциклистами из других районов по интернету общаетесь, созваниваетесь. Наше движение активно или у нас так все тихонечко? Как в принципе, нет какого. Мотоциклисты, они не с Луны же прилетели, да? То есть любой мотоциклетная культура – это определенный тоже срез общества. Вот я вас спрошу, у нас общество активное? Ну, такое северное. Да, вот то же самое происходит и в мотоциклетном мире. Есть активные ребята, есть активные организации, вот как наша, да, которые и задают тон всему остальному мотоциклетному сообществу. Вот тут у нас получается, знаете, как у Высоцкого, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. А к вам легко попасть в клуб? Что надо для этого сделать? У нас как бы нет такого день открытых дверей, там, да, приходите кому-то, кто захочет, да. Здесь, наверное, каждый человек должен сам определить для себя, нужна ему эта общественная нагрузка, либо не нужна. Потому что, сами понимаете, общественная работа, вот это же все, организация, административное регулирование, там, подключение какого-то ресурса, это все требует определенного времени, временных затрат. То есть, если человек общественник, активный и хочет как-то повлиять на ситуацию в лучшую сторону, то мы готовы встретиться, переговорить. Дальше есть определенные этапы на вступление в клуб. Там, видимо, наличие мотоцикла обязательно. Обязательно, да. Наличие мотоцикла, наличие водителя, это все-таки же мотоклуб. Вот, да. Наличие, значит, водительского удостоверения категории А. Девушка красивая должна быть. Без нее примите в клуб или? Конечно. Именно как раз без девушки и примем. Девушка постоит немножко за дверями в это время. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а для вас, когда вы открыли для себя мотоцикл? Когда это случилось? Это, так скажем, это уже такой в достаточно зрелом возрасте. Понятно, как и вся молодежь вот 80-х лет. Катались мы там на Явах, Восходах, Минсках и прочей совкотехнике. Потом был определенный перерыв, связанный с семьей, с карьерой, с этими катаклизмами, которые в России были в 90-е годы. И лет, наверное, 10-12, наверное, уже назад вот я приобрел уже, так скажем, в уверенном, стойком возрасте первый мотоцикл. Понял, для чего мне нужен мотоцикл, что я могу, как я могу повлиять на окружающих. Потом был второй, третий, четвертый, и так далее, мотоцикл. А скажите, пожалуйста, если посмотреть на наш карельский мотопарк, скажем так, у нас не самые богатые люди-то здесь живут. Что можно сказать относительно того, какие у наших байкеров мотоциклы? Я просто поясню, я тогда, как-то это был 95-й год, я был в Германии. И приехали байкеры, фанаты группы Judas Priest. У них там были золотые буквы на выхлопных трубах. Выглядели шикарно. Но просто сказали, что это люди-миллионеры, они ездят за любимой группой и куролесят по фестивалям летом. Очень богатые люди. Что про наших байкеров можно сказать? Движение у нас, так скажем, более, среднего возраста, да, то есть молодежи
молодежь, она такая приходит и уходит, да, накопили денег на мотоцикл, как-то покатали сезон два, потом другие интересы, университет так, и так далее, да, и как бы отпадает. И я думаю, что у нас, наверное, мотоцикл – это средний класс, средний класс. То есть у нас же у всех практически есть автомобили. Мотоцикл сопоставимый со стоимостью автомобиля, там, плюс-минус. Разные автомобили, да, разные мотоциклы. Поэтому и здесь то же самое. Я скажу, что есть мотоциклы у нас очень дорогие, да, от 2 миллионов, 3 миллионов и выше. Есть дешевые, там, до 100 тысяч рублей. Но от этого, как бы, само по себе понятие мотоциклиста, там, братство, ну, как бы не теряется. Ну, мы как в бане, да, в принципе, все равны. То есть независимо от того, какой у тебя мотоцикл, главное, что ты из себя сам представляешь. Скажите, пожалуйста, что в этом сезоне ждать от байкеров? Будут ли какие-то фестивали, концерты большие, какие-то мероприятия? Помимо нашего клуба, да, есть еще другие организации мотоциклетные, которые предоставляют, как правило, какие-то свою программу. Вот у нас будет фестиваль 21 июня на горе Филина в Лавнаковском районе, вот, военно-патриотический, поскольку клуб, сами понимаете, у нас больше военно-патриотическая направленность у него. Вот. Будут пробеги локальные, вот, допустим, 12 июня в День России по городу с лагами проедем. 29 сентября, закрытие сезона, мы его приурочили к пробег к 74-й годовщине освобождения Петрозаводска от финской оккупации. Mm-hmm. То есть есть группа ВКонтакте, называется «Мотомероприятие», в которой, в принципе, все регионы, все организации выставляют ту программу, которая, ну, которую они презентуют, так скажем, в этот мотосезон. Напоследок, я уж заговорили про музыку для Геннадия Мазова. Мотоциклиста, какая музыка должна звучать, когда он едет по трассе? Вот это постоянные у меня споры. Постоянные споры. Ну, просто стереотип такой, что рок-музыка. Понимаете, кому какая музыка нравится. Байкера. Да, вот мы бывает едем с ребятами, у кого-то AC/DC играет, да, у кого-то, не знаю, «Ласковый май». Тут кому что нравится. На мотоцикле, на таком брутальном, и «Ласковый май» может играть. Но почему нет? Почему? «Ласковый май», видите, это же не... вот на сегодняшнее время, да, на 2018 год, само по себе группа «Ласковый май», она не представляет какую-то музыкальную культуру. Это больше ностальгические воспоминания. Да? То есть, когда «Ласковый май» играл, у меня, конечно, не было мотоцикла такого большого, брутального. Да? Я бегал на дискотеке. И послушать «Ласковый май», вспомнить себя шпингалетом, мне кажется, это каждый может... Спасибо, Геннадий, что пришли. Ждем в этой студии. Приехал. Вас еще. Может быть, вы на другом мотоцикле к нам еще закатитесь. Мы можем сюда. И всем клубам заехать сюда. Ну, я думаю, мы с Плазой этот момент обсудим. С представителями Лотос Плаза. Спасибо, приходите еще. До свидания. Я напоминаю, что это была программа «Сегодня вечером» на ТНТ «Онега». Меня зовут Ефим Овчинников. Этот и другие выпуски ищите на сайте tnt-onega.ru, а также заходите в нашу группу ВКонтакте. Всего доброго. До свидания.